Обрушение здания на переулке Телевизорном. Часть пустующего помещения обвалилась сразу после сильного ливня. Площадь всего здания 3000 квадратных метров. Рухнула почти треть. Как сообщили в МЧС, есть вероятность дальнейшего разрушения. По словам работающих рядом продавцов, последние арендаторы съехали оттуда еще в прошлом году. Там стена, вот так вот, ну задняя стенка, она уже много лет вот в таком положении была. Просто непонятно, как она вообще держалась. Вот они разные приехали. Она пустая хотя бы была по моему обрушению? Ну да, тут ничего не было, она была закрыта, может, чтобы пивоварню выселили. А внизу кто-нибудь, может, проходил, иногда люди ходят там, сокращают путь с переулка Телевизорной, в сторону туда Микс-Макса, они идут на территорию Телевизорного завода. На место выезжали кинологи с собаками, пострадавших под обломками не обнаружили. Причины обрушения будут устанавливать, сейчас полиция разыскивает владельцев помещения. Часть ларьков находится в зоне обрушения. И для того, чтобы обезопасить граждан, которые ходят в магазин, в общем, сейчас ларьки закрыты, а продавцы полностью эвакуированы. Значит, и в зависимости от ситуации, от того, как специалисты, в том числе спасатели и МЧС, дадут разрешение, что только после этого вот эти вот ларьки, которые здесь находятся, будут осуществлен доступ к ним.